Создание электронных каталогов, предпочтения читателей и другие важные темы обсудят в Барнауле библиотекари со всей страны. Сегодня в регионе стартует всероссийская конференция «Библиотечные фонды. Проблемы и решения». За 5 дней 150 специалистов должны обсудить насущные проблемы библиотечной отрасли, нормативно-правовое регулирование книгохранилищ, создание национальной электронной библиотеки. Главное, необходимо разобраться с читательскими предпочтениями. В числе экспертов форума руководители ведущих библиотек страны. Те, кто не смог приехать на конференцию в Барнаул, проведут вебинары онлайн.